Так, вот какая беда произошла. Значит, вдруг ни с того ни с сего перестали крутиться ножницы. То есть сами ножницы работают, кусают, открываются, закрываются, но вокруг своей оси крутиться вдруг перестали. Вот два толстых шланга, это на ножницы, на зажим, на сжатие, на разжатие, а вот между ними два тонких шланга, это идет конкретно на, ну скажем так, это на отбойный молоток, то есть на кручение ножниц, а не что на отбойный молоток, что на кручение ножниц. Значит, вот эти вот на левом рычаге, вот одна и вторая кнопки, вот это вот отвечают за кручение ножниц, а ниже на отбойный молоток, если поставить его. Это сигнал. Сразу же начал клацать по другим кнопкам. Есть еще вот это вот на правом рычаге, вот эти вот на разжим, зажим ножниц, они работают, даже чувствуются. А это на сброс газа, чтобы лишний раз не трогать барашек. Например, там работаешь на шестерке, кто-нибудь там тебя окрикнул или просто решил посидеть минутку-другую. Раз, нажал, и газ сбрасывается на ноль. Сейчас нифига не сбрасывается. Не знаю, одновременно это случилось или нет, потому что той кнопкой я редко пользуюсь на сбрасывание газа. А этой-то пользуюсь постоянно. Но получилось так, что после того, как я обнаружил, что кручение прекратилось, гидроножниц, сразу же обнаружил и это. Что я сделал? Значит, я сразу скажу, что проблема не решена. Проверил все предохранители по несколько раз. Сначала визуально, потом притащил два, вот один 10-амперный, второй 15-ампер. Еще так проверил, поменял их просто. Потому что бывает там так, что не видно, что перегорел предохранитель или нет. Там особенно на 10-амперных такие тоненькие проволочки, что можно не заметить. Ну вот еще 30-ка осталась. Но там проволока толстая, там видно, что все нормально, все на месте. Ничего не могу найти. Никаких подвижек нету. Не работает и все. Позвонили тому, кто работал на нем раньше. Тот что-то объяснял, перепутал экскаваторы. Но я так тоже у меня бывает. У меня спрашивают совет про какой-то один экскаватор. Я начинаю объяснять, потом вспоминаю, что оказывается это не тот, это совершенно другой. Слишком много техники за жизнь было через мои руки прошло, поэтому могу что-то перепутать. Но я хочу еще кое-что сказать, значит. Помимо того, что этот совет и давал. С того момента, как я на нем начал работать, здесь, честно говоря, дофига чего не работало. Вот там вот какие-то кнопки. Я даже обозначений этих не пойму. Единственное, только на ближайший там заяц и черепаха. Но это, видимо, конкретно на гидравлику. Здесь есть заяц и черепаха, это на ход. Быстрее, медленнее ехать. Эти кнопки, что тискаю, что там обозначения какие-то появляются, что напротив стрелочка, стрелочка, какую кнопку я нажал, ничего не происходит. В интернете ничего не могу поэтому найти. По этой панели, по этой модели. Документации в этой фирме, вроде бы, как я так понимаю, не сохранилось. Здесь иногда горят красные лампочки. Иногда. Иногда аккумулятор, иногда что-то еще. Тоже не совсем понимаю, что. Но факт остается фактом. Здесь много чего уже не работало. В том числе и этот кондиционер. Он там показывает, черт знает что. Может, они его топили в воде, не знаю. Дальше. Посоветовал пойти по шлангам и определить, куда эти шланги в конце концов приходят, и там посмотреть, есть ли там провода. Но я нашел. Какая-то коробка, не буду сейчас лазить. Из нее выходят провода, и там разъем. Я просто пошевелил его. Но коробку я эту вскрывать, само собой, не буду. Я сказал бугру, не знаю. В общем, вот такая вот фигня. Что случилось? Единственное, что... Ага, что еще могу сказать? Были у меня проблемы с рычагами. Значит, в том числе я общался со специалистами из сервиса, сказали, что
на кнопочки вот на эти маленькие подходит очень низкое напряжение, где-то примерно 3,5 вольта. И почему они вот такие обрезиненные? Чтобы туда не попадала пыль. Как вы видите, здесь кнопки уже все, я не туда снимаю, все раздолбаны. Туда пот, грязь, пыль попадает, и они начинают выпендриваться. Но чаще всего бывает так, то работает, то не работает. А здесь ситуация такая, вдруг в один прекрасный момент отрубились, и две совершенно независимые друг от друга операции. На левом рычаге гидромолот, он же поворот ножницами, на правой сброс газа. Фу, все, хватит болтать. Вот такие вот пироги. Повторяю, это Caterpillar 320BL. Все. Так, ну вот еще, если кому интересно, совсем чуть не забыл. Значит, вот здесь вот такая, это предохранитель, это крышка предохранителей. Потом еще фотографию сделаю, выложу. Уже накрутился, руки трясутся.